Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас интересный видеообзор. Мы посмотрим, что может новый фонарик от Люпин своими 4500 люмен. Итак, встречайте. BTTL2 и черный кулек. Кулек не мусорный, плотный, с ручками. Итак, поехали. Расстояние где-то порядка 15-20 сантиметров. Не знаю, видно ли вам, что происходит. Вот, но я вам скажу так, что полиэтилен плавится, появляются отверстия. Вот, мы работаем по площадям. Я вам скажу, что это выглядит достаточно смешно. Ну вот, прошла минута. Я приближу чуть-чуть, чтобы процесс шел быстрее. И удаляю. Потушу. Дырочки. Вы видите? Образовались. В общем, что вам хочу сказать. Фонарь очень мощный. Реально он светит очень классно. Чуть позже я запишу вам видеообзор, как это выглядит. Спасибо, что потратили на меня время. Оставайтесь с нами, читайте нас, смотрите. И всего вам самого доброго. До новых встреч.